Пожар на рельсах в Саратове ликвидировали возгорание здания, находящегося практически рядом с железнодорожным вокзалом. Горело помещение по адресу улицы Ямлютина, 44. Это трехэтажное административное здание, пункт технического осмотра путей. Все силы пожарные направили на спасение третьего этажа и горящую кровлю. В ликвидации пожара были задействованы 40 огнеборцев и 11 единиц техники. Пришлось даже подключить к тушению пожарный поезд, который подошел вплотную к горящему дому. Тушение осложнялось тем, что данный объект прилегает вплотную к железнодорожным путям. В 10 метрах от данного здания проходит высоковольтная линия. Для того, чтобы приступить к тушению, мы обязаны отключить высоковольтные линии. Поэтому было налажено взаимодействие с железной дорогой. Были поданы стволы на тушение вначале с той части здания, где это обеспечивало безопасность личного состава. После отключения линии были поданы стволы по всему периметру здания. В настоящий момент для ликвидации тушения пожара отключена только электроэнергия первых двух путей. Значит, ну, есть еще другие пути. Вот, пути сами не закрыты, просто отключена электроэнергия. Надеемся, что большого сбоя в движении поездов не произойдет.